Представляю вашему вниманию бойца в синем углу клетки. Ему 30 лет, рост 185 сантиметров, вес 76,8 килограмма. Его профессиональный рекорд – 6 побед, 5 поражений. Его стиль – ММА. Из города Пермь, Россия, Григорий Мальцев. А вот его соперник в красном углу клетки. Ему 20 лет, рост 174 сантиметра, вес 70,7 килограмма. Его профессиональный рекорд – 5 побед и только одно поражение. Его стиль – ММА. Из города Хасавюрт, Дагестан, Рамазан Юзешара. Итак, Рамазан Юзяшаров против Григория Мальцева. И это последний, главный бой сегодняшнего вечера. Очень скромный парень, кстати, Юзяшаров. После победы его в гран-при ему предоставили слово, а он застеснялся, засмущался, даже не смог несколько слов сказать. Любит не говорить, а делать. Да, вот только хотел сказать, что он все говорит своими выступлениями. Но мы знаем, что все-таки в профессиональном спорте и говорить тоже нужно. Да, отдельный навык, которому тоже стоит учиться. Итак, стартовая сирена прозвучала. Давайте смотреть. Первый удар за Рамазаном остался. Смотрите, Мальцев двигается чуть больше. Рамазан чуть-чуть застаивался, первую секунду, сейчас немного тоже, да, начал передвижение. Ой, хорошая чехотка. Да, догнал сразу же и заставил соперника отступать сейчас Рамазан. Вот если бы он еще этот удар с разножки закрутил, там вообще было бы в стиле Люкенга. Уложил соперника, да, но он сейчас отбивается Мальцев киками. Дает возможность подняться. И сейчас Мальцев хорошо попадает, но, кстати. Без подготовки, потому что Рамазан как-то пошел вперед. И колени еще Мальцев включает. Очень неплохо. Завязывает он из-за Шарова. И хороший локоть от Рамазана. Еще апперкот добавляет. Еще удар. Будет призывать не рубиться Рамазана Юзяшарова, его главы. Да, потому что риски возрастают кратно, и не факт, что добьешься успеха. Ну а у Григория Мальцева то ли рассечение, то ли там такая гематома очень неприятная. Ну, шишка точно, скорее всего, да. На лбу. Да, там прям так растет. Вертушка, причем туда, в область этой же шишки он выцеливал. Еще одна, да. И апперкот хороший. Апперкот качественный, очень. Заставляет перекрываться Мальцева, Юзяшаров. Еще один лоу-кик, Мальцев справа отвечает. Еще один по тылу, еще от Мальцева удар. Раздергивает пока Рамазан, но без атаки. И хорошо отклонился, прям даже ногами не стал дорабатывать. Просто ушел корпусом назад сейчас Рамазан, пропустив два удара мимо себя. Но все-таки такой удар надо готовить. Слишком уж явно телеграфировал, что сейчас будет бить Юзяшаров. Но при этом Рамазан за счет своих активных действий практически нивелировал все атакующие возможности Григория. Очень редко Мальцев выбрасывает удары.
А что там случилось? Пальцем в нос, по-моему, попал, да. Просит паузу сейчас Григорий. Конечно, да, настоящий бич современных единоборств, попадание пальцем в глаз. Ну да, здесь было отчетливо видно, что, понятно, не намеренно. Ну да, ну как бы обязаны все-таки бойцы держать кулаки сжатыми, часто рефери к этому призывают. Но бывает, что, конечно, увлекаются, ну, потому что сжатыми держать кулаки в напряжении всего боя тяжело. Да, и вот сейчас слышу диалог здесь, но протестует Григорий Мальцев против установки, говорит, что может продолжать, но в любом случае последнее слово будет за доктором. Там очень важно, насколько глубоко пальцем зацепил Рамазан. Вроде нормально сейчас проморгался. Хотя посмотрите, там кровь даже есть. Да, ну и проверяют, может видеть или не может он этим глазом. Да, ну и пытается, нам не слышно, правда, Григорий Мальцев объяснить, что вроде бы все в порядке с ним. Но это, опять же, вот с нашей позиции. Естественно, доктора находится ближе. Ну, пауза так, начинает затягиваться. Это же все. Не дают разрешения, да? Ну, если не дают, то это no contest же. А, нет, все, разрешают продолжить бой. Потому что если бы не разрешили, вряд ли бы вот так вот аплодировали бы. Да, бой продолжится. И вот устное предупреждение от Ашота Шигяна предупреждает, что говорит он Юзяшарову, что в следующий раз накажет. Будут применены санкции. Ну туда. Оба обсудили какие-то варианты. И идет вперед сейчас Григорий Мальцев, попутно продолжая обращаться к Рамазану. С тебя прийти, говорит, минуту, да. И сейчас, я так понимаю, чуть поработают просто. Ну да, в режиме так пристреляться. Да, в режиме лайв-контакт. Я все-таки думаю, что есть с обзором проблема. А вот... Да, здесь хороший боковой апперкот. Зашли сейчас у Рамазана. И хайкик на ближней дистанции. Но такое ощущение, что Рамазан, да, не дожимает. Вот сейчас хорошо бросился. И еще двойный удар с разворота. Есть проблема, вот моргает постоянно правым глазом. Григорий Мальцев. Оп, промахнулся хайкиком. Но главное хочет, с одной стороны, с другой стороны сдерживает себя все-таки. Ну вот, а вот здесь вот да. Не стал сдерживаться. Хорошая атака. Так, минута перерыва.
мы видим, что он пытается по-прежнему еще более-менее восстановить обзор Григорий Мальцев. И смотрим с вами второй раунд. Фронт-кик. Не достает он Мальцев. И такое ощущение, что Григорий решил поработать вторым номером. Тянет сейчас он Рамазана на себя. Хороший лоу-кик, высекающий от Визяшарова. И хорошо попадает, и еще добавляет Рамазан. Он там еще с нами поздороваться успел. Выждал паузу необходимую Зишаров и разорвал дистанцию, отошел назад. Зачем-то попробовал поменять стойку Григорий, но вернулся обратно более привычно. Нет, три удара и все мимо. Не форсирует Зишаров. Сейчас было опасно, отстреливался апкиками, в свою очередь, Григорий Мальцев, но достаточно быстро его сопротивление продавил Рамазан. Ой, хороший локоть. Еще добавляет удар Изяшаров. Обходит он всю защиту Мальцева и из раза в раз удары наносит. Доносит их до цели Мальцев. Пытается защититься, показал, что попытался на болевой на ногу выйти, но нет, он здесь... Не, он просто вот пытается хоть как-то этот прессинг сдержать, который сейчас Рамазан на него оказывает, вот и так вот подцепил. Удар еще добавляет, но здесь может уже все быть скоро, хотя пока что Мальцев... Но, мне кажется, достаточно активное пока сопротивление, вот здесь, если не начнет пропускать удары. Ну, вот он зацепил ногу соперника, и за счет этого не позволяет вот так вот качественно зафиксироваться на себе и беспрепятственно бить Зяшарову. Да, ну и вроде удалось сейчас относительно замедлить Мальцеву своего соперника, даже вот так вот зафиксировал его на какое-то время. Да, и хорошо смещается, закручиваясь вокруг корпуса оппонента Рамазан. Занимает позицию бэкмаунта. Да, и сейчас, конечно, для Григория Мальцева позиция и положение становится все более серьезным. Да, спину забрал Зяшаров, ноги заправил и начинает это вот поколачивать. О, завел? Или нет, не получилось не до конца. Вот он по этой гематоме, по этой шишке еще там пару ударов нанес. Ну да, и защита становится у Григория все более пассивной. Хотя, тем не менее, пытается перекатываться, пытается сбрасывать соперника с себя. 55 секунд есть еще у Рамазана доработать в этом раунде. Вот так вот, ногу заправил и еще так постукивает. Рамазан, наверное, оставить бы эту затею, провести удушающе, а просто вот побить вот так вот. Да, потому что уже все более глухой становится оборона соперника. Смотрите, локти. Но не все прошли, там из трех ударов был один хороший. А сейчас что? Болевой попробовать провести. Ну не выдернет, уже скорее всего времени не хватит, да, плотно прихватился. Тратить, наверное.
слышим отчет. Я думаю, что слышат этот отчет и оба спортсмена. Он так дотерпел, в какой-то степени довыживал Григорий Мальцев до сирены. Да, и очень спокойно Юзяшаров отправляется в свой угол. Чтобы послушать секундантов. Слышали мы сейчас, как настраивали Рамазана. Все, последний рывок, давай. Ну, два хороших раунда он провел. Весьма уверенно. И наступает время заключительной 5 минутки. Хорошо по корпусу сразу. Максимально уверенно вышел на ближнюю дистанцию Зишаров. Апперкот чуть-чуть скользь. Видим, что разбит нос у Григория, что еще больше усложняет дыхание, соответственно. На бэкфест, тем не менее, он пытался подловить соперника. Ну, так вот просто зачем-то прогуливаясь вдоль сетки, в итоге попался все-таки на прием, на перевод. Здесь сил, наверное, не совсем много осталось, практически, вернее, не осталось у Мальцева, вот поэтому он и прогуливался. Хотя вот попытки какие-то провести, то ли треугольник, то ли рычаг, не оставляет Григорий, но, опять-таки, бензина практически нет. Мне кажется, просто уже на автомате действует как-то. Есть полный мал, а потом еще и... И на удушение через руку пошел. Через руку, отсюда он зачастую проходит. Наиболее выгодная позиция, посмотрите. Да-да-да, заставил все-таки сдаться. Но уже практически не оставалось сил у Григория на то, чтобы сопротивляться. И вот выказывает большое уважение Рамазан Юзяшаров своему сопернику. Это было логическое завершение этого боя. Наверное, все-таки то, что мы сегодня видели, Юзяшаров получше соперника, получше на порядок. И было бы логично, если бы он именно досрочно эту победу одержал. Что, в принципе, и случилось. Поздравляем Рамазана с этой победой. Очередной успех в его карьере после завоевания титула, победы в Гран-при. Он еще и выигрывает следующий свой рейтинговый бой. Ну и причем достаточно уверенно, можно сказать, в доминирующей манере. Особенно хорошим получился, на мой взгляд, для него второй раунд. Ну, естественно, заключительный триумфальный. Что ж, это был последний бой сегодняшнего турнира. Спасибо всем, что были с нами. Потихоньку начнем, да? Прощаться. Ну, сейчас дожидаемся, да, официальной все-таки фиксации результата. Друзья, уважаемые гости, на первой минуте 20 секунде третьего раунда удушающим приемом победу одержал Рамазан Юзяшаров! Да, поздравляем еще раз Рамазана Юзяшарова. Конечно, здоровье Григория Мальцева. Будем надеяться, что с глазом ничего серьезного, что пару дней там капель некоторых, и все будет в порядке. Ну, а мы поздравляем, опять-таки, да, всех победителей, всех организаторов и благодарим наших зрителей за то, что были с нами. Большой яркий турнир сегодня получился, и вот на такой ноте он подходит к концу. Наступает на время прощаться уже. Да, 18 числа в этом же зале очередной турнир ждет. Ну, а пока
прощаемся. Да, занимайтесь спортом, берегите себя. До новых встреч, друзья. С вами были Адам Ахмадов и Роман Гришин. Счастливо. Пока. Дорогие друзья, Лига ACA Young Eagles была рада приветствовать вас и демонстрировать подобные яркие и зрелищные поединки. Оставайтесь с нами, будьте здоровы, занимайтесь спортом. Ассаламу алейкум.